Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Ноябрь. Первое. Святой мученик Ермингерд, царевич готский, умерший в 586 году, оставил арианскую ересь и был обращен в православие. Отец его, царь Лувенгильд, арианин, ни ласка, ни угроза не мог заставить сына вернуться к прежней вере и приказал казнить его. Твердость царевича в вере и мужество перед смертью заставили царя раскаяться в содеянном. Не решаясь сам принять православие, он поручил святому епископу Леандру обратить в истинную веру своего наследника Рихарда. Став царем, Рихард утвердил православие в своей стране. Богу нашему слава! Во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.